Севастополевый переулок, исторический центр Перми, подземная парковка элитного ЖК «Астра». Сравнительно небольшое пространство, каждый метр которого используется максимально эффективно. Все это благодаря уникальному для Прикамья пазловому паркингу. Технология позволяет в два раза увеличить количество машиномест. Проект, ставший частью концепции умного дома, реализованного в «Астре», потребовал определенных усилий. На тот момент в России не нашлось надежных дилеров оборудования такого уровня. Наша компания достаточно активно использует сложные инженерные системы, например, лифтовые решения, автоматизированный паркинг. В Перми мы применили на жилом комплексе «Астра». И вот оказалось, что возникают сложности, особенно в последние годы, тоже понятно с чем. И для завершения работ потребовалась помощь специалистов. По словам Николая Зуева, первый контакт с Пермской торгово-промышленной палатой решил задачу по оценке компетентности потенциальных поставщиков. Затем специалистам палаты поручили подыскать альтернативные предложения на международном рынке. В итоге «Картрос» может похвастаться уникальной немецкой автоматизированной парковкой. Подрядчик получил опыт внешнеэкономической деятельности, а торгово-промышленная палата подтвердила репутацию эффективного бизнес-партнера. Сотрудничество между структурами закреплено документально. «Картрос Пермь» получил членский билет участника палат. Сегодня обсуждались вопросы, связанные с развитием технологии умного дома. Это, несомненно, участие в международных наших проектах сотрудничества. Это в том числе профессиональная деятельность, экспертная, которую торгово-промышленная палата может предложить компании «Картрос Пермь». И, конечно, мы считаем, что наличие таких сильных партнеров усиливает нашу палату тоже. Как отмечают бизнесмены, развитие инфраструктуры Перми невозможно без расширения горизонта контактов. Они добавляют, что важно не только обеспечить их качественный поиск, но и необходима готовность бизнеса к внедрению инноваций.